Я думаю, это реальное увольнение. И шаг, который президент предпринял под воздействием всего общества, и в частности на нашей партии, поскольку мы давно предупреждали и просили президента к нам прислушиваться, потому что настроение общества такие, что курс надо менять, менять его влево. Мы призываем к левому повороту и к созданию коалиционного правительства народного доверия. Я думаю, что по совокупности количество наших обращений и ситуации в обществе, количество перешло в качество, вот в эту отставку. Это один из первых шагов, будут последовательно другие.